Включил? Да. Хорошо. Ух ты, набор пришел. Вау. Вот он. Ну что, высота обоската? Подожди еще. Вау. Вау. Это делать будет. А вот это что, нет, ломаное что ли? Не знаю, это надо проверять. Как это одинаковые или это не? Нет, они все разные должны быть, видишь? Это пузорчик делать. А это что-то бубон. Это да, такая резалка. А это вдувалка? А это, наверное, чтобы сохло. Подставку, мне кажется. Ну что это? Не-не, Миша, вот это пока не сдвигай. А, ну вот это вот, видишь? Да, оно что-то как-то... А, во, видишь? Во, за, это не туда суешь. Миш, забрался? Вот не сюда? Нет, Миша, нет. А они одинаковые пружинки? Нет, вот это меньше. Так, сюда? Типа как? То ты сейчас их съешь? Не, она работает, Юра. Ага. Смотри. Ну, просто вывалю. Так, Миша, нельзя сюда. Они все повываливались почему-то вот у этой. Так, братюня, давай-ка отсюда. Ну, они разбирают. Ну, блин. Ну, ладно, соберем потом. Нет. Ну, конечно. Вот пакет складываем. Да, тут, конечно. А, вот он. Это классно. Вот только что вот эти разбирающиеся. Видишь, этот я вставила, он вроде теперь не вываливается. Может, там как-то я не ту пружинку поставила. И она поэтому. Сейчас проверим. Этих 7 штучек должно быть. Даже 8. Угу. Ну, видишь тоже. Нормально, не вылетает? Mm-hmm. А у меня вылетело. Все сделано. Так, Миша, книжечки закарали. Это что за торт такой? Ну, давай следующий. Ай-яй-яй. Это еще что надо собрать, а то чтобы в штатский. А еще вот штукенцы. Угу. Это как шприц, что ли? Миша, подожди.